Приснился покойник, не стоит переживать. Толкование сна по Сонику. Если приснился живым умерший друг или родственник, то это не обязательно плохой знак. Видеть во сне живым умершего человека тяжело для психики. Вряд ли на утро после пробуждения будет хорошее настроение. Однако на самом деле такой сон может иметь нейтральный или даже положительный смысл. Если снится покойник, не пугайтесь, ведь у такого сна есть психологические причины. Что значит, если снится покойник живым? Объяснение психологов. Психологи объясняют, что сны – это работа нашего подсознания. Во время сна мозг обрабатывает наши переживания и эмоции. Поэтому самая очевидная причина, к чему снится покойник живым, это переживание чувства тоски, нехватки близкого человека. Особенно если утрата произошла недавно. Видеть во сне давно умерших родных тоже нормально. После смерти близкие продолжают жить в нашей памяти, поэтому периодически могут нам сниться. Таким образом, видеть сны о покойниках вполне естественно. Не стоит переживать из-за таких сновидений и накручивать себя из-за возможного негативного значения. К чему снится покойник по Сонику? Если покойник снится живым и разговаривает, то вы переживаете из-за того, что не успели сказать усопшего. К услышанным от умершего предупреждениям и советам стоит прислушаться. Если умерший человек во сне гладит вас, обнимает и целует, то это значит, что вы зациклены на прошлом и не можете его отпустить. Вам нужно проработать тревоги, на которые нельзя повлиять. Также не стоит доверять людям, которые однажды вас подводили. Если покойный агрессивный или подавленный, то вы взвалили на себя слишком много обязанностей. Вам стоит снять с себя часть проблем и найти время для отдыха. Приснились покойные родители, к хорошим новостям и приятным переменам в жизни. Видеть родителей радостными и довольными, к решению проблемы или примирению конфликта. Если мать или отец грустные, то в реальности вам не хватает заботы и поддержки.